Все остальные я уже там заранее готовил. Ростов Александр Федорович. С точки зрения науки я представляю науку политической кибернетики. С точки зрения политики я представляю Союз независимых экспертов. И с точки зрения бизнеса я являюсь главным редактором журнала «Социальная экспертиза». Вот те три позиции, о которых я сказал, собственно говоря, у нас есть такой триединичный подход, вот, который мы, объединив, так сказать, все принципы триединства, называем новой методологией триалектики 3D. Это метод наложения троичных матриц, который позволяет определить объективное единство и субъективное развитие любых точек зрения по любым вопросам. И тогда возникает эффект пазла, то есть мы находим единственное правильное решение. Поэтому, как бы, несмотря на кажущуюся многовариантность, у любой проблемы существует только одно правильное решение, стопроцентное, а остальные, может быть, 99, 98, они принимаются в зависимости от влияния внешних и внутренних факторов. Темы, которыми я занимаюсь, это управление, проекты, экспертиза. Чтобы это быть не совсем научным, надо понять, что я сам вообще из бизнеса. Я работал, так сказать, в Министерстве внешней торговли, сам, так сказать, бизнесмен. Да? Вот. Поэтому, наоборот, я из бизнеса пришел в науку, как раз потому, что как бы научно приходилось обосновывать те решения, которые мы предлагаем. Вот. Сейчас как бы, я занимаюсь тем, что в рамках большой науки, то есть Академии наук, я разрабатываю новую сетевую модель и стратегию развития для России. Вот. Кроме того, я вхожу в Единый федеральный реестр независимых экспертов, провел более 250 экспертиз по заказу государственных организаций, общественных организаций и коммерческих организаций. Поэтому как бы, мы не отрываем политику от бизнеса, поскольку когда мы изучали политэкономию, было все понятно. А сейчас, значит, политику оторвали от бизнеса, и только бизнесменам не сказали, что ту прибыль, которую они будут зарабатывать, политики будут использовать для своих нужд. Поэтому это как бы фиктивный разрыв, и мы выступаем за политэкономию или политическую кибернетику. Значит, с точки зрения как бы, обеспеченности наших проектов, общественно-политических, социально-экономических, является то, что в их основе лежит закон сохранения энергии. Не три единства, вы помните, три источника при составной части марксизма, да? То есть были взяты три виртуальные конструкции, положенные в основу, так сказать, развития государства, поэтому оно и рухнуло. Вот, а мы опираемся на закон сохранения энергии. Это единственный физический закон, который не отспаривается на сегодняшний день ученых. То есть все остальные законы отспариваются, и хотя, вот, как бы мне пытались сказать, что это для закрытых систем, вот, так сказать, это философский вопрос даже больше, а не физический. Вот, поэтому как бы мы от этой темы отходим, не будем выяснять, принципы, кто прав, кто виноват, но на сегодняшний день это единственный закон, который никем не проверен. И в рамках поезда «Клан», последнее скажу, у нас как бы есть такая стратегия, мы разработали систему 30 проектов, которые охватывают все сферы жизнедеятельности человека. То есть на сегодняшний день мы используем методики, которые могут структурировать информационное пространство, планировать желаемые события, одним решением устранять целый кластер проблем, а не для того, чтобы решить одну проблему, принимать несколько решений, и сложные научные конструкции мы превращаем в кейсы готовых решений. Поэтому вот, после нашего заседания я покажу, так сказать, примеры таких проектов. Вот. Но главная проблема заключается не в том, что мы не знаем, как решать существующие проблемы, а в том, что вокруг каждой проблемы существует группа людей, которые от этой проблемы кормятся и просят не решать эти проблемы, или запрещают решать эти проблемы, или уничтожают всех, кто хочет решить эту проблему. Спасибо. Касьян.